Всем привет, дорогие мои, с вами Кононова Аня, и две коробки, вот у меня заказы прошло, и пакетик с чем-то. Так, ну давайте смотреть, как обычно, куча мала. Открываем все с вами. Так, тут у нас получается карточки «Твой бонус» еще. Боже мой, я не знаю, надо ли будет столько людям, которые у меня берут по карточкам, но если что, себе диффузоров наберу. Так, что же у меня закончилось, что же мне нужно? Во-первых, по распродаже я увидела такие вот купальники. Ой, я не знаю, признаваться вам или нет. В общем, ладно, расскажу такую историю с купальниками, что они, к сожалению, я один купальник, вот такой голубой, красивый, забыла в Абхазии. И назад понятно, что я за ним уже не поехала. Тут будет видео, как оно на мне смотрелось в Абхазии. Был красивый купальник с красивой юбкой, мне это так подходило. Я не знаю, эту юбку я тоже брала по распродаже остатки сладкие. Не потому, что она была по распродаже подешевле, а потому, что она мне нравилась, и я давно ее хотела заказать, а потом смотрю, она уже, ого, она уже в распродаже. И вот с этим слитным купальником она смотрится просто обалденно. И сейчас вот эти купальники, они пошли по распродаже. А так как купальник размер L, да, это еще не вся ситуация. Так как купальник размер L, я думала, что он мне не подойдет, я его заказала и отдала дочке померить. И он хорошо подошел дочке, и мы его оставили дочке. А потом я у Кати попросила, говорю, Кать, дай я померю, пожалуйста. И начала мерить, и он мне так сильно понравился, и я подумала, блин, ну классный купальник. И, короче, у нее его забрала, и говорю, я тебе потом привезу, отдам. Там пару раз искупаюсь, говорю, пофоткаюсь, говорю, для бренда туда-сюда, вот в этой юбке, в этом купальнике. И мне этот так купальник понравился, что я решила Кате заказать новый, а этот забрать себе. Но Катя я новый не заказала, их почему-то то ли на складе не было, то ли я забыла, я уже не помню. И свой-то я забыла. И она мне тут говорит, мама, мы едем в Казахстан по бизнесу, но еще остаемся 5 дней отдохнуть за однаки. И она говорит, мама, купальник-то мне верни. И я бегом побежала на сайт, и слава богу, на сайте я его не особо-то нашла. А вот в раздел распродажи, когда я зашла, я увидела, что купальники есть, и я заказала сразу оба. Думаю, божечки ты мой, потому что он уж очень Кате нравится, вот этот голубой цвет. Вот представляете, какая история. Да, купальник размер L, артикул 920-365, он идет слитный, и на мою 52-ю попу он подходит идеально. Он очень хорошо подходит, все вы знаете, что у меня и грудь очень даже не маленькая, и на грудь он тоже очень хорошо кладется, ложится. И за счет того, что тут есть вставленные чашечки, не выделяются такие предметы, как соски и так далее. Очень классно, одел купальник, одел юбку, надел шляпку на себя сверху, и все. Такое чувство, что ты уже одет, и не надо ничего лишнего в жару. И, кстати, очень удобно ездить на какие-либо недальние такие экскурсии, ходить на пляж. Очень удобно в этом купальнике, потому что если тебе жарко, ты разделся и ходишь шорты, купальник, и прямо, ну, обалденно удобно. Мне очень нравится. Поэтому я прям рекомендую этот купальник всем. Тут такая застежка. Он может быть и без застежки, получается. Ой, какой стороной-то, господи. Он может быть и без застежки. Вы можете ее убрать и так носить. Но для моей груди возрастной, вот, у меня, конечно, сделали уже замечание, что как это я в 50 лет считаю, что у меня грудь не возрастная. Но вот у меня возрастная, к сожалению, потому что большая тяжелая грудь. Пару раз кормила, у меня очень было много молока, и как бы мне не нравится. Она немножко деформировалась и стала уже не такой упругой. А всякие операции и так далее, я ни разу не делала ничего со своим телом, ничего со своим лицом. Даже ботокс не колола в свои 40, хотя у меня все подруги все колят, губы увеличивают. Я ничего ни разу не делала. Единственное, что закалывала, это кольца Венеры, но бесполезно, потому что они анатомические. Мне объяснили, что, посмотрев мои фотографии, у меня есть фотка, где мне 5 лет, 8 лет и так далее, у меня уже эти кольца Венеры были. Мне сказали, что это анатомически, и это не убрать. Я говорю, ну хорошо, хорошо. Поэтому вот такая история у этого голубого купальника, а красный за однаким. Я хочу такой себе сейчас красный. Он мне нигде не давит, он очень эластичный, он очень хорошо растягивается, поэтому еще такой вот красный я заказала. Тоже размер L, больше нету, к сожалению, но он на мне отлично растягивается и даже кое-что подтягивает, стройнит. И тут вот в этих вот местах, да, вот где сами трусики, он не задирается высоко, то есть как полноценные трусики, все хорошо. Вот это для меня тоже как бы важно. Артикул 920-361, такой же вот красный, растягивается он с белой окаймовкой. Вот такой вот он, и верх вот такой. Тоже тут идут подкладочки, их, кстати, можно убрать, если вам их не хочется, их можно вот достать из дырки и убрать. Он очень хорошо растягивается, просто очень круто, и на теле он до ужаса комфортен. Дальше поехали. В распродаже наш бальзам «Первая помощь». Я хотела посмотреть, кстати, на срок, хороший ли срок, потому что иногда в распродажах приходит аж полгода всего остается. Так, срок, наверное, а вот срок до 11-24. О, измажем.
измажем. До 11-24 пришел, потому что бывает иногда вот именно в самих распродажах что-то да не то. Вот столько бальзамов первой помощи. 5 штучек у меня заказали, остальное я заказала себе. Очень они мне нравятся. Вот сейчас мы в поездку прям по 5 штучек будем брать. Понятно, что коробку выкинем, а тюбики возьмем. Вот такая красота, вот такая куча мала. Значит, что это такое? 1701 артикул. Такая у него суперская аннотация. Это идет бальзам. Так, увеличить бы, да, чтобы было удобно. А давайте вот так сделаем. Так, это у нас с вами идет бальзам первая помощь. Обычный белый крем, очень приятный. Кстати, лак у меня Faberlic, очень красивый. Мне понравился. У меня очень сильно просто ногти отросли. Я думаю, как же я буду обзор снимать. Вот, бальзам первая помощь. Успокаивает раздражение, снимает покраснение кожи, зуд, а также любые ощущения дискомфорта. Применять при первых признаках воспаления и наносить не более 3 раз в течение дня. Не более 3 раз в течение дня. Уникальный комплекс природных ингредиентов высочайшего качества действует практически мгновенно и подходит даже для гиперчувствительной кожи. Драгоценное органовое масло, богатое полиненасыщенными жирными кислотами и витамином Е, снимает ощущение стянутости кожи, да, обалденно просто снимает. Успокаивает раздражение, способствует омоложению и сокращению пигментных пятен, да. Эфирные масла чайного дерева, найоли и лавра благородного оказывают активное антибактериальное действие и препятствуют появлению воспалений. А экстракт водорослей, цветочная вода лаванды питает, успокаивает и увлажняет кожу, способствует заживлению микротрещин и иных повреждений на поверхности кожи. В случае попадания в глаза промойте водой. Ну, это так. Тут недавно у меня женщина взяла его тоже 10 штук от нейродермита. Ей очень понравилось. Она говорит, лучше, чем из аптеки кремы. Вот вы представляете? Далее сбегала, даже распечатала аннотацию. Мне пришла такая замечательная вещь, как Лисвит. Он идет с артикулом 157-76. Это такие вот таблеточки, грубо говоря, да? Вот такие вот таблеточки. Оба, одна улетела, но сейчас найдем. Что они делают? Я их заказала для того, чтобы... Смотрите, я сейчас как раз-таки нахожусь в процессе коррекции веса, и бывает сложно перестроиться на новый режим питания и изменить свои привычки. А для успешного результата необходимо не только соблюдать правила сбалансированного питания, но делать это без стресса для организма. Поэтому вот употребление таких вот специализированных продуктов помогает не мучаться от голода и при этом давать организму все необходимые питательные элементы. Смотрите, благодаря хрому и экстракту горцинии камбоджийской в составе концентрат пищевой прессованный лисвит обладает уникальным свойством снижать тягу к сладкому и мучному. То есть мы снижаем тягу к сладкому и мучному. А это самая распространенная причина набора веса. Он ограничивает желание употреблять высокоуглеводные продукты. Он поддерживает оптимальный уровень сахара в крови. Он предотвращает усвоение организмом излишком углеводов и жиров. И содержит экстракт плодов горцинии камбоджийской и пиколинат хрома. Значит, хром у нас поддерживает нормальный уровень сахара в крови, способствует снижению тяги к высокоуглеводным продуктам. Экстракт плодов горцинии камбоджийской содержит кислоту, которая препятствует усвоению углеводов. И микрокристаллическая целлюлеза – это невсасываемая клетчатка, которая способствует чувству насыщения. И продукт можно принимать как отдельно для решения конкретной задачи, так и совместно и поэтапно с другими продуктами Slim. Поэтому, конечно же, я чувствую, что мне вечно что-то хочется сладенького да побольше. Я заказала и себе, и мужу. Ну, там кучка мала. По-моему, я взяла 5 или 6 штучек. Вот, 6 штучек я взяла, да, ну и все, больше остальное пусто. Вот такую красоту мы с ним пропьем. Так, тут у нас, значит, чек. Вот тут непонятно, сколько баллов пишут, ребят, ну хоть убейте. Ну, по-моему, тут 430 баллов или 130, я не понимаю. Не прописано количество баллов, а на сайт лезть уже не хочется. Дальше. Сделала себе в запаснике мицеллярную воду и тоник. Почему так много? О, еще каталог. Да, почему так много? Во-первых, тут не все мне. Я не помню, кто что заказал. Девочки придут сами. Они там себе записывают. Значит, мицеллярка идет с артикулом 1244. Очень понравилась. Вы ее видели в моем прошлом обзоре. Прям рекомендую. Классная мицеллярка. Так, потом, значит, вот такая мицеллярка тоже мне понравилась. Артикул 28-19. Такой тоник тоже очень понравился. Жалко, что маленький, 28-21. И, в принципе, все. В этой коробочке все. Можно ее убирать куда подальше. И сейчас мы с вами еще вот эту малышку откроем. И тот вот пакетик получается. Так, малышка запакована, так запакована. Я еще БАДов в этом каталоге заказывала кучку. Меня приходят, берут. Я себе снова заказываю, меня снова приходят, берут. В общем, круговорот БАДов в природе. Так, 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 так. Ага, у нас с вами тут все новенькое. Так, ну это понятно, что это нужно тестировать обязательно. Тут, наверное, тоже 153 балла. Вот эта вот маленькая коробочка, примерно 153 балла. Опять-таки, куча купонов. У меня просто уже огромная стопка купонов получается. А вот еще один купон.
Так, давайте же пойдем поедем. Значит, что это у нас такое? Все по-английски написано, вообще все. Это сыворотка для волос. Питание, восстановление, блеск, гладкость, термозащита, мягкость и легкое расчесывание. Вот, кстати, про термозащиту я информацию пропустила. Очень красивая упаковочка. Она сейчас в разделе новинки. Я так понимаю, что это... Ага, вот она такая. Видите? Очень удобная. Слегка такая склизенькая. Запаха практически у нее нет. Ну, вот есть такой отдаленный запах василька. Ну что ж, с превеликим удовольствием начну ее тестировать. Сейчас мне 2 дня нельзя мыть голову, я наращивала волосы. Ну, где-то завтра вот уже начну ее тестировать. Поставлю в ванну, и как раз она у меня должна закончиться уже до поездки. Следующая, это VIP-новинка. ProBioFull. Тут просто невероятно огромный состав витамин. Просто невероятно огромный состав всяких биологических... Ну, это вообще, по идее, это биологически активная добавка в пище. Но тут прямо огромная биомасса бактерий. Вот, я очень надеялась, что когда я заказываю, у нас сейчас очень плохо с аннотацией на сайте именно для раздела VIP-ов, что оно будет вот таким образом. И я счастлива, что оно и есть таким образом. Это можно пить всем, не только тем, кто пьет антибиотики. Да, это надо пить всем. Артикул 158.05. Поэтому заказала. Заказала. Ну и еще у нас начала заканчиваться омега. Сколько бы я омеги не брала. Девчонок спрашиваю, вам надо омегу заказать? Там, допустим, нет, не надо. Потом, Аня, у тебя есть? У нас кончилось через неделю. Я говорю, ну конечно, да. Поэтому вот это все у нас омега. Пора увозить маме, папе, себе, мужу. Муж у меня пьет по 2 штуки 3 раза в день. Тут 60 штук. Ну, сами понимаете, насколько хватит. Ну, пока вот столько. Мы пьем именно омегу-3 форты. Но я думаю, все уже слышали, почему. Артикул 157-79. 3-6-9 мы не пьем. Это рекомендация врача пить именно омегу-3. Так, ну и дальше. Давайте посмотрим, одни каталоги остались. Так, что же у нас тут? Так, страшно что-нибудь разрезать. Что-то легкое. Это, наверное, мне пришла белая кофта, если я не ошибаюсь. Ага, она самая. Так, ну слушайте, классная такая. Так, я заказала размер XL. Это сопоставимо моему 52-му. Артикул 862-858. Она вот недавно в разделе новинки на сайте Faberlic появилась. Вот, поэтому я прям заказала. Так, ну что ж, очень плотная, толстенькая. Вот сейчас, допустим, тепло, но идет дождь. Отлично ее одеть. Ее джинсы, кроссовки и все, и пошла. Ну, еще, конечно, лучше без рукавочку, да. То есть мы все-таки в Кирове живем. У нас еще пока что не жара, не жара. Да, такой вот внутри ворсик. Прикольный, классный. Слушайте, мне прям нравится, здорово. Так, ну вот такая кофточка. Мне кажется, очень классно. Я, к сожалению, без микрофона, меня будет плохо слышно. Но тут суть показать эту кофточку. Ну что, она мне нравится, кожа дышит, мне не холодно, не жарко, не классно. Низ изделия, да, все рукава, низ изделия, нет, рукава в форме резинки, кстати, а низ изделия в форме чего-то другого. Просто такой типа манжетика, да, получается. Ну, неплохо, неплохо, хорошо смотрится, мне понравилось. Недостатки, если есть, она их точно скроет, не выделит, как бы такая... Прогулочная кофточка. И давайте я еще добавлю. То есть, если вы что-то яркое белье наденете, сзади будет просвечать. Почему? Потому что у тебя бирку, ты поворачиваешься. Может, на камеру это не видно, а глазом это видно. Вот она тут. Да-да-да. Видно, да? Да, видно даже на камеру, то, что оно просвечает. Ну, давай сделаем вот так. Нет, не видно. Ну, вот видишь. Но белое видно. Саму бирку. Ну, в общем, нормально все. Так, далее. Детское мыло я взяла. 23,88. Вы знаете, что я беру штук по 5, но вот тут что-то вот проштрафилось. Взяла мало. По распродаже. Просто в продукции его нет. Но кетчуп классический я нашла. Вы знаете, я взяла сразу, по-моему, 15, что ли, пачек. Точно больше 10. Артикул 16.050. Очень вкусный кетчуп. Без сахара. Полезный. Без ГМО. Без крахмала. В общем, самое то. Суперский, просто суперский продукт. Дальше гель для бритья. Очень мне понравился, он обалденный. Он в меру пенится. Можно сделать так, чтобы просто нанести, чтобы не пенился. Ну, хочется так спеньте. В общем, отлично. С ним меньше раздражения после бритья. Причем намного-намного меньше. Артикул 25.71. Вот, такая вот красота. Гель для бритья 5 штук. Я им пользуюсь не одна сама, поэтому таким образом. Дальше, конечно же, я взяла гору кофе. Потому что, ну, не хочется
отслеживать, когда он закончится, когда нет. Закажу кучку, смотрю, там баночку открыли, ага. Значит, можно снова кофе заказывать. То есть, таким вот образом. Так, артикул 16049. У кофе «Добрый день». Он идет растворимый, но с молотым. Называется «Легкая бодрость». И такой вот кофе «Доброе утро». Он называется «Длительная бодрость». Артикул 16048. Он уже идет без натурального кофе, да, который нужно заваривать. Значит, кофе. Далее, приправы. Так, ну тут все одинаково. Для сочной курочки 161.31. Так, далее. Для ароматного мяса 161.34. Мне понравилось. Дальше, значит, для свежих овощей, кстати, самое вкусное лично для меня, 161.33. Смотрите, какая она тут прям смесь всего. Очень вкусненькая приправка. Так, дальше средиземноморские травы. 161.36. Так, это я заказала детокс, это очищение кишечника. Я заказала на всю семью несколько банок. Вот они тут идут кучкой, да, Bovel Detox или Bovel, не знаю, как там, в общем, у меня английский хромает, поэтому артикул 156.98, потому что если мы что-то выводим из организма, что-то травим, вернее, плохое в организме, боремся с патогенной микрофлорой, то эту патогенку нужно обязательно выводить, чтобы место было симбионтной и хорошей флоре, да, мы с вами сами все это понимаем, знаем. Дальше, значит, вот такие вот капсулки, которые были в пустышках, я еще заказала. Я таким образом, видите, тут 20 штук, там 20 штук. Я вот так пересыпаю, и у меня 40 штук. А это сразу, ну, грубо говоря, избавляюсь от этой коробочки, потому что очень удобно таким образом. Тут еще крышка такая удобная, что оно держится, закрывается. Все великолепно. Дайте-ка я так вот подклею. Ну, то есть вот так вот. Биокапсулы для посудомойки. 20 капсул, 109.02 артикул для жесткой воды. Очень нравится. Да, таким образом. Ну что ж, все, мои хорошие. Эта коробочка все. Ну и из-за того, что очень короткий обзор получился, я еще сниму немножко пустых баночек, которые у меня целая куча накопились. Так, сейчас мы пользуемся вот этими посудомоечными капсулами. В принципе, отличия вот от этих нисколько нету. А обычные капсулы. Вот, но их надо распаковывать. Меня это немножко подбешивало. И биокапсулы для посудомоечной машины Homelong Greenly я очень ждала. У этих капсул 30.060 артикул. Вот мы их дорасходуем. У меня еще пачек, наверное, 6, а может и 7 даже осталось. Вот, и значит, перейдем уже на эти. Этими мы пока не пользуемся, но из-за того, что тут коробка большая, две пачки помещаются в одну. И мы вот так открыли и пересыпали одно в другое, для того, чтобы потом открываешь, а тут сразу вместо 20-40. То есть удобно, экономно, удобно, а картон мы сдаем. Итак, значит, тут тоже 20 биокапсул, артикул 109.02, и их вы кладете, они как порошок, растворяется вот эта вот пленочка, и посуда моется. Все отлично, замечательно, они идут для жесткой воды. Отличия между ними я, если честно, не увидела. Кто между ними увидел отличия, сообщите мне, пожалуйста, потому что по стирке, по составу, если есть, да, одни не для жесткой, другие для жесткой, то по жизни я отличия не нашла. Так, дальше, как обычно, универсальное антибактериальное средство 301.36, любим заливать в робот-пылесос. Я начала делать массаж, антицеллюлитный крем-скульптор только так пошел, очень мне нравится, прям кайфую с него, потому что, ну, все-таки он помогает. Если делать массаж 10 дней подряд и только с ним, то помогает очень хорошо. Артикул 10.80, результат есть, да, то есть результат. Просто мазать и с массажем вперемешку — абсолютно разные результаты. Далее, универсальный биорегулятор живой ткани на основе сигнальных пептидов. Это наша с вами новинка с артикулом 158.15. Он восстанавливает саморегуляцию. Я не знаю, что это такое. Усиление регенерации, омоложение кожи, природные технологии, помощь при проблемах с костями и суставами, глубокое проникновение, гармонизация регуляторных функций соединительной ткани, поддержка иммунной системы, дружественность, микрофлоре и геропротекторное действие. Вещь крутая, наикрутейшая. Состав тут тоже очень крутой. Стоит он 3703 рубля по моему ценнику с 26% скидкой. Ну вот, даже могу показать, да, вот этот гельчик. Все, больше тут нету. Остатки сладкие, как говорится. Ну, что могу сказать? Да, действительно, он облегчает.
все на свете, и это здорово, и это классно, и у меня уменьшился и псориаз в 2 раза, он у меня на волосистой части головы, на затылке находится, где вот волосы растут. Когда начинает чесаться, я им помазала, все проходит мгновенно, причем дней на 5, у него такой пролонгированный эффект. Бляшки тоже от псориаза уменьшились. Еще в чате чистоты прописывали его мужчинам, тем, кто начинает лысеть, или с алопецией, там, да, для всех, в принципе, алопеция на у всех бывает. Вот, могу сказать, что люди радуются результату, им нравится. Но я думаю, что волосы у меня тоже начнут расти, если я им буду все время мазаться. Так, дальше, значит, кофе, как обычно, не чай, Family Club, кофе растворимый. Это у нас «Добрый день» идет с артикулом, с артикулом. Слушайте, а где артикул? А, 16049 артикул, он мне нравится. Так, дальше, тут вообще целая куча. Это мы делали массаж Викуське. Массаж Викуське, артикул 1645, детский крем. Так, это универсальный крем с аргинином. Это мне делали на 2-й день уже массаж, потому что я не могла вытерпеть. Полгода не делала массаж, так получилось, что у меня прямо мышцы горели после первого приема. И чтобы его вытерпеть, в принципе, вот 1279 артикул я делала с ним. И, в принципе, нормально вытерпела. Дальше средство для унитаза. 108,98 хвойный аромат с такой кислинкой. Израсходовала парочку, ну вот тут выпала, да, я открытую положила, где-то она там есть. Парочку аквалифтинг, то есть мисс Скини у меня одна сыворотка закончилась, я решила израсходовать для начала предыдущие. Именно вот эта сыворотка, артикул 0165, она идет для любого типа кожи, для любой ситуации, она не содержит парабена, спирта, минеральных масел, то есть очень классная, чистый, хороший состав. И это именно эликсир для борьбы с обезвоженностью, стянутостью кожи и морщинами. Я ее не жалею, прям наношу от груди до линии роста волос на голове, то есть шею и декольте, в общем, все. Она идет такая в стеклянной упаковочке с пипеточкой, небольшая, 15 мл, поэтому я ее измазываю быстрехонько, то есть на плечи тоже наношу, везде наношу. Так, детский крем. Викуська массажируется. Викуська молодец. Дальше, значит, закончился у нас кальциум К2. Его нужно обязательно пить. Можно даже на постоянной основе. Артикул 157-61. К2 не дает кальцию отложиться где не надо. В общем, очень классное сочетание. Мой врач очень похвалил и сказала, это шикарно, что это есть компания Faberlic. Люди прям пьют. Так, кардио суппорт пью вместе с магнием. По 2 таблетки в день получается. Артикул 156-84. Господи, очень классная штука. Прям чувствую себя лучше. Так, еще один кофе. Так, еще одно средство для унитаза. Так, пятновыводитель кислородный. Это мы стираем простыни, полотенца и все, что было замарано маслом и кремом. Очень хорошо отстирывает. Прямо здорово. Артикул 3.00.27, потому что массаж, к нам ходит массажист на дом. Очень хорошо отстирывает. Прям очень хвалю. Прям идеально. Как будто, вот знаете, и не было массажа с какими-то маслами. Универсальное антибактериальное средство. Так, это у нас крем для ног снятия усталости. Ну, честно скажу, измазала, потому что уже срок подходит. Я не увидела прям должного какого-то классного, крутого эффекта. Он просто очень хорошо ухаживает за ногами. Да, он снимает усталость, но на минимуме. На минимуме. Аргинин все-таки лучше, все-таки круче. Далее ультракондиционер для белья. Артикул 118-53, мой самый любимый. Я его как-то заказала по купонам. По-моему, 15 штук. И все себе, и все. Еще один крем с охлаждающим эффектом. Антицеллюлитный моделирующий с артикулом 12-38. Прям измазываю на себя. Так, аргинин и детский крем. Сразу видно, да, что массаж семья Кононовых пошел. Так, антистресс. Это мы Викуське на ночь капаем капельки. 12-96 артикул. Варома диффузер. Тут идет лимон, мята, перечная, перец черный. Очень хорошо, кстати, помогает. Ребенок действительно успокаивается. Но это понятно, что в комплексе. Дезинфицирующий крем для рук тоже любим, ценим, уважаем. Артикул 27-24. Шприц. Сыворотка для лица. Age Power Гиалуроник. Вот не скажу артикул, но тоже делала на шею. Все время спасаю шею, борюсь с шеей. Все-таки вот этот антисептик мой самый-самый любимый с артикулом 17-02. Антибактериальный гель для рук, потому что он еще ухаживает. А вот и из пустой коробочки аквалифтинг. Тоже очень понравилось. Печем на псилиуме также хлеб из ореховой муки. 157-64 артикул. Обычный хлеб мы не едим. Дальше малафтилин. 709-12. Он предназначен для ухода за кожей лица и тела. Предохраняет кожу от потери влаги. Повышает жизнеспособность клеток. Активизирует обменные процессы в глубоких слоях кожи. При регулярном применении предотвращает увядание. Повышает упругость и эластичность кожи. А еще он очень хорошо лечит раны, ожоги, укусы. В общем, все очень хорошо лечит. Так же, как и вот этот наш кислородный бальзам. Они действуют по-разному. У них абсолютно разные составы. И когда вы малафтилин перемешиваете вот с этим кислородным бальзамом, а потом это дело на лицо или на какое-либо раздражение, это бывает просто бомба. Это пушка.
пушка, ракета, артикул 5806, тут опять-таки аргинин, хлореллу спирулину пьем всей семьей, даже моя дочка 9-летняя, артикул 157-57, тут две таблетки, ну, сами понимаете, хлорелла спирулина, это и йод, и все, в общем, там очень богатый состав, коралловый кальций, как обычно, 157-30, кондиционирование питьевой воды. Дальше еще вот такой бат Good Flora. Его нужно, оказывается, всем прям пить, принимать. Можно 2-3 месяца его даже принимать. Очень крутая штука, поэтому покупайте, пейте, будьте здоровы. Артикул 156-85. И концентрированный гель для стирки. Получается с артикулом 118-42. Ну и одна масочка. Вот у нас пустая накопилась. 12-61 артикул. Масочка. Ну, я могу сказать, что это не маска, а хороший очень бальзам. То есть у него слабовато действие для моих волос, но для Катюши у нее волосы не тронутые, не крашеные, ей хорошо, но она всю маску на волосы убирает, прямо всю маску за раз расходует, потому что волосы у нее по попу, ну, длинные, густые по попу волосы, они у нее тонкие, но очень густые. Ну вот, в принципе, и все. С вами была компания Faberlic, Кононова Анна, проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео, подписывайтесь, ставьте лайки, было очень приятно с вами пообщаться и очень приятно тех, кто досмотрел до конца. Всем огромный пламенный привет.